А у тебя есть эти амортизаторы? Нет. У меня тоже. У меня чисто. Стоит шрифт, куплю себе какой-то москвич. Поедем цеплять телочек. Ну, через месяц надо отдавать машину. Я стою на Белте. Въехал в ямку. Не мог понять, что случилось, но вот, пожалуйста. У меня лопнула машина. Я вызвал, кто меня может забрать. И стою, жду в левой полосе на объездной. Жду уже где-то полчаса. Неприятненько. 2 часа ночи. Ну, что скажешь? Что сделаешь? Ничего не сделаешь. Это за такой свежий весенний цветочек. Лёша, это ты? Ты смотри. Смотрите. Бруклинский натурал. Редкий фрукт. Что ты думаешь про Нилетто? Очень, очень. Так, подожди, ты сказал, что нет, он талант. Ты только что кричал. Ну, подожди, он еще расскажи. Каким бы он ни был человеком, это классный очень трек. И он какой? Прикольный. У него, я говорю, у него есть талант. Он очень, этот, как он называется? Любимка, да. Этот, как он называется? У него есть талант. Этот классный трек, людям нравится, и все. И ты бесишься, потому что ты... Пострелять между нами пальма. Да. Это был его первый раз, и вот он не прошел эту проверку ветром. Год он лежал. За это все время Данил ни разу не сел отдохнуть.
Смотри, он что-то плывет тоже. Идем на посадку. Прикол. Арт. Там. Там, кстати.